Сегодня этот друг нашел в лесу ежика. Ты зачем ежика нашел? А? Ты зачем ежика принес? Чтобы он у нас жил, что ли? Ну, морду тебе не поцарапал он? Морду не поцарапал вот это. Главное, потерялся в лесу, слышу лай. Потом носится с ежиком. Убежал от меня и принес его домой. Ежик свернулся в клубок и дышит себе потихоньку. Ну что? Пойдем домой теперь. Ежика я завернул в полотенце, отвез в лес недалеко. Он свернулся. Ну, вот собака получила за хорошую службу косточку и шею индюка с морковкой. Морду вроде не поцарапал. Добытчик, однако, устал. Устал, да. Охотник. Молодец. $137 за килограмм. Шея индюков. За хорошую охоту. И свиная косточка разваренная. О, какой аппетит набегал. Слава богу, ежика не съел. Колется. А на морде написана буква Ха. Хаски. Очень любит детей, женщин, всех облизывает. Он какие зубы.